Привет! Сейчас рассмотрим с вами нож от компании CATS. Впервые на моем канале. У меня когда-то была подделка под этот нож. И в принципе подделка меня тоже несколько порадовала. Я, конечно же, понимаю, что качество у нее далеко было от оригинала, но в принципе я понял, что оригиналы достаточно интересно, так скажем, да, подержав в руках подделку. Так вот, CATS WildCat К103. Здесь у нас такая модель. К103. Вот, значит, коробочка, в принципе, абсолютно обычная, ничего здесь в ней такого особенного нет, единственное, что он такой красный, яркого дизайна. Сам по себе нож это Fixed такой охотничий, весьма серьезный, на мой взгляд. Ножны сделаны качественно, приятно пахнут кожей, очень такие плотные, добротные. Мы можем видеть здесь Made in USA ножны. Сейчас мы к этому вернемся. Здесь, соответственно, есть возможность по-разному прицепить его, продеть, так скажем, через ремень поясной. В принципе, очень не такие, вот, знаете, немножко отформованные. То есть кожа здесь плотная и приятно сделана строчка двойная. То есть в этом смысле ножны мне действительно понравились. Опять-таки, вот это вот изображение какой-то дикой кошки. То есть, конечно же, это очень-очень классно. Сам по себе нож выглядит, на мой взгляд, весьма так сурово. Вот, это охотничий нож. И, в принципе, как и положено компании CATS, потому что кит Дит CATS. Дит CATS — это вот так вот его и фамилия, я так понял, имя кит. Значит, основавший в 1991 году компанию CATS Knives, вот, в общем, предприятие зарегистрировано в Аризоне, в США, и стартовой серии продукции были выбраны именно охотничьи ножи широкого спектра применения. Сам кит – это бывший охотник, он четко знает, что требуется для настоящего охотничьего ножа, он сам четко понимает все, он обязательно участвует и разрабатывает сам дизайн ножей. Вот, он человек увлеченный. Клинки CATS Knives создаются из стали самостоятельных запатентованных разработок компании. Вот, как и на данном ноже. Попробуем фокусироваться. На данном ноже сталь XT80 Stainless Steel. И посмотрите название Made in Japan. Это удивительно, потому что с другой стороны мы можем видеть USA. Вот, соответственно, вот такой небольшой парадокс. Я сначала не мог понять, что же это за ножи, американские или японские. Ножны сделаны в США, на ноже с одной стороны написано USA, с другой стороны Japan. Вот, ну, соответственно, потом я немножко разобрался. Отличительные черты этих лезвий, как заявляет производитель, это высокие антикоррозионные свойства и увеличенный коэффициент упругости. То есть то, что, по мнению кита Дит CATS, нужно именно для охотничьих ножей. Разместил производитель свои производственные мощности, своего предприятия в Японии. Это, возможно, не совсем понятное решение. Вот лично для меня это действительно было очень непонятно изначально. Однако это было сделано, так скажем, с прицелом с определенным и дало свой результат. То есть используется американский дизайн в сочетании с традиционной японской ответственностью к работе, и они проявились, реализовались в качестве и надежности продукции. То есть японское качество, японская вот эта вот ответственность, японская вот эта педантичность, так скажем, и американский довольно брутальный, серьезный такой дизайн. Безусловно, это очень грамотное решение, на мой взгляд, когда я вот так, скажем, прочитал и понял, что оно было сделано именно вот с таким прицелом, с такими целями. Конечно же, я счел это действительно грамотным. Значит, сталь заявлена твердость здесь 59-60 единиц по Rockwell'у, то есть это, в принципе, вполне неплохо, и несмотря на то, что о стали мы знаем очень мало, однако эта твердость уже как бы очень хороша, тем более, если эта сталь действительно с увеличенным коэффициентом упругости, действительно с высоким антикоррозионным, так скажем, свойством, то это очень-очень неплохо. Опять-таки, то, что такой нож подделывают, и подделывали уже довольно давно, с учетом того, что предприятие само в 91 году было основано, то есть такое довольно молодое, это тоже показатель определенной популярности данной компании. Значит, рукоять сделана здесь из материала кротон запатентованного, да, как вы можете знать. Значит, больстер и навершие сделаны из нержавеющей стали. Здесь его можно, соответственно, разобрать обычной фигурной отверткой. Можно продеть здесь темблячок, очень такое оно внушающее. Значит, вроде бы хвостовик ножа подобно системе Full Tang, то есть здесь проходит полностью до конца, получается, больстера.
до конца навершия, прошу прощения. Очень серьезный здесь упор подпальцевый, то есть подпальцевый упор просто серьезнейший. Ни в коем случае здесь ничего не может соскочить, потому что, во-первых, серьезнейший упор, во-вторых, сам по себе кротон очень цепкий, рукоять довольно широкая и прекрасно заполняет ладонь, то есть нож прям влипает в руку, прям вот отпускаешь его, а он такое впечатление, что держится сам за ладонь. Кажется, что вот так ладонь разожмешь, и он будет держаться. Очень, на самом деле, прекрасная эргономика в этом вопросе. Здесь есть, опять-таки, насечка для того, чтобы переместить сюда указательный или большой палец на обух. И в случае каких-то более тонких работ, чтобы он не соскочил. Я так понимаю, что сама геометрия со слегка вогнутыми спусками, с вот этим вот весьма таким серьезным изгибом ближе к кончику ножа, соответственно, сделаны именно для того, чтобы было удобно разделывать какие-либо туши. То есть это именно как охотничий нож. Многие считают этот охотничий нож лучшим охотничьим ножом, и на самом деле, как бы, я не могу сказать, какой из охотничьих ножей сейчас является на рынке, так скажем, что мы можем приобрести лучшим, но, безусловно, это один из очень интересных ножей. Ко всему прочему, несмотря на свои вот такие брутальные формы, несмотря на свой очень серьезный упор, вот эту вот эргономику прекрасную, нож получился в России не холодным оружием, то есть у него линия схождения обуха и режущей кромки, там, по-моему, так, да, звучит, более 70 градусов, то есть получается, что он уже не является холодным оружием, несмотря на свои вот такие вот серьезные габариты и несмотря на свой серьезный упор. Кстати говоря, большой плюс по сравнению с ножом, тем же самым баком 192, да, по-моему, 192 бак, в котором мы, соответственно, если нож с упором, то мы получаем, что он холодный и, в общем-то, не можем его так свободно носить. Значит, 242 миллиметра, это вот так максимальная, так скажем, длина, которую я здесь вижу, 120 миллиметров длина клинка, и в районе 100, где-то 3-105 миллиметров я здесь вижу длины режущей кромки. По весу давайте посмотрим. Ну, здесь весьма внушительный обух сам по себе, поэтому я думаю, что вес, опять-таки, рукоять 309 грамм, но это внушительный, 308 грамм, внушительный вес, с ножнами получается 422 грамма, то есть вес, конечно же, и ножен, и самого ножа очень и очень такой внушающий. Вот. Но, опять-таки, для охотника, на мой взгляд, подходит нож просто шикарно, мне нож понравился, и по-своему он действительно, так знаете, уникален. Опять-таки, вот этот американский дизайн, японское производство, очень серьезные упоры, довольно большая длина клинка, и он не является холодным, хотя, опять-таки, он разработан в качестве охотничьего ножа и очень даже грамотно подходит именно для охоты. Поэтому, на мой взгляд, нож очень получился интересный. Спасибо компании Резотеру за то, что предоставили данный нож на обзор. Спасибо подписчикам за просмотр. Всем удачи, всем пока.